Ялта, Никитский ботанический сад. Все эти люди направляются к центру, чтобы увидеть самые яркие краски природы. Ведь сегодня здесь бал хризантем. Традиционный фестиваль в этом году проводят уже 65-й раз. Даже у цветов есть свой юбилей. В парке ботанического сада рекордная композиция из 37 тысяч цветов. Каждый из 360 сортов по-своему великолепен и изящен. Первый раз на этом балу. И, конечно же, полный восторг, невообразимо просто. Красота, а запах, даже пчелы и те солидарны с нами. Вот. Ну, не знаю, восторг. Просто красота. Очень люблю осень, и поэтому осенние цветы для меня, конечно, любимые. Это любимые мои цветы, кстати говоря, да. Поэтому я специально приехала на бал хризантем. Это точно. Говорю от чистого сердца. В первый день официального открытия с самого утра тут уже гуляет несколько десятков посетителей. Они словно проходят квест найти, посмотреть и зафиксировать все новые сорта хризантем. Сегодня это, наверное, самое популярное место для селфи в Крыму. Каждый пытается запечатлеть невероятную красоту на свои телефоны. Да и мы, собственно, поступим так же. Бал хризантем представляет в этом году более 100 сортов крупнолистовой и 200 сортов мелколистовой хризантемы, 50 из которых были выведены сотрудниками сада. Гости бала увидят их впервые. Каждый год мы стараемся приезжать на открытие бала хризантем. Нам нравится всегда все, как бы всегда хорошо все облагорожено, всегда хорошо все устроено. Мы в полном восторге. Ребенок счастлив, не может найти самый любимый цветок. У нас ассоциация с продолжением лета, что как бы оно никогда никуда не делось, никуда не закончилось. С такой палитрой красок, как бы это продолжение нашего лета. Изюминкой ботанического сада стали почтовые ящики. Посетители смогут отправить уникальные открытки с приветом своим друзьям и близким. Насладиться выставкой цветов можно будет в течение месяца, ежедневно с 8 утра и без выходных. Такие места становятся визитной карточкой Крыма. Время тут будто остановилось и становится совсем непонятно, весна это, лето или осень. Энвера Близис, Виталий Голубев, телеканал «Миллет».